Сотрудники МЧС России проверили готовность избирательных участков к единому дню голосования. Напомним, он намечен на субботу 13 сентября. В этот день на территории Тверской области будут работать 287 помещений, задействованных в голосовании в 19 муниципальных образованиях. На всех объектах проведения выборов сотрудники государственного надзора проверили соблюдение требований пожарной безопасности. После проверки состояния огнетушителей, аварийных выходов и автоматической пожарной сигнализации инспекторы проинструктировали председателей избирательных участков, напомнили номера вызовов единой службы спасения, разъяснили правила пользования первичными средствами пожаротушения, вручили памятки на противопожарную тематику. Кроме того, на избирательных участках осуществлены практические тренировки по эвакуации.